Привет-привет! Привет! Всем привет! Говорю сейчас с вами из детского фигвама. В общем, смонтировала этот блог, который вы сейчас будете смотреть. То сегодня вышло мое конкурсное видео для мейкап батла, но, честно говоря, так как его там смонтировали, я бы сама за себя не проголосовала. Поэтому я сейчас уберу призыв для голосования. Златочка пришла. Да. В общем, не хочу я вдаваться в подробности. Не хочу я вдаваться в подробности. Есть такие вещи, которые, наверное, не всех нужно посвящать. Вот, поэтому я тоже не буду в это сильно вдаваться. Боже, вот эти вот дети, это то, ради чего стоит жить. Это то, что поднимает настроение в любой ситуации. Не минуты одиночества. Что я хочу сказать? Если вы посмотрите полную версию этого ролика и захотите макияжного, я макияжное видео сейчас говорю, захотите меня поддержать, то я буду очень сильно вам благодарна. Если вы только посмотрите короткую версию на сайте, то я не удивлюсь, что вы меня не поддержите. В общем, не буду ныть о том, как там и что смонтировано. Если вы посмотрели обе версии, то я думаю, это и так будет заметно. Вот, но если вы все равно, несмотря на все это, хотите меня поддержать, я буду очень сильно вам за это благодарна. Кстати, такое-то получается вроде сейчас нытье. В жизни не все складывается, как бы нам хотелось. Но ничего, на то она и жизнь. Собственно, в этом ролике дальше вы увидите распаковку двух боксов. Baby Box, Beauty Box. И также я поделюсь с вами тем, что у меня находится в ванной, что у меня стоит на ванной полочке, чем я пользуюсь, чем довольна, чем нет. Поэтому, если вам все это интересно, то продолжайте смотреть. Всем приветик, мы только что приехали с прогулки. Злата подошла, он внимательно наблюдает. В общем, сейчас своей детворой буду открывать. Пришла нам тут коробочка от Viva, это называется Baby Box. И, в общем, давайте посмотрим, что здесь происходит, что здесь находится в ней. Чуть-чуть приоткрыла и заметила то, что отдельно от коробочки лежат. Я сейчас покажу. Сейчас я дам, смотри. В общем, лежат вот такие вот мелки. Это я читала уже. Ну, на сайте можно всегда посмотреть наполнение, что там будет. И это, в общем, мелки. Можно ими рисовать, собирать вот как конструктор. В общем, Димке уже интересно, он психует, пошел дальше коробку смотреть. Поэтому отдаю сразу Димке. Я, кстати, думала, что мелки будут малюсенькие. Боже, тут тоже банда налетает. Хватай! Мы еще потому что вместе с ними не открывали. То есть я знала, что если откроем. И вот тут пакетики, я вам уже когда-то показывала коробочку, Sweet to Eat уже у них была. Там, в общем, с наполнением тут еда есть, что говорит, собственно, за себя название. Димка, что с затылком, повернись-то к камере. Да, к камере, поворачивайся. И давайте смотреть, ой, что здесь? Вот такая вот. Опять, да, и тут как бы Дима прав. Это получается опять. Здесь у нас уже был точно такой, подожди, сынок. Давайте я сразу водичку дам. Дима безумно любит вот эту воду, поэтому держи сразу же. Диме воду, Злате сок. Держи, на, чтобы я могла показать все остальное. Вот такой, в общем, калейдоскоп уже был. Очень хороший, качественный калейдоскоп. Я уже его показывала. В общем, отдадим кому-нибудь на подарочек. Так, дальше тут Златка уже хватает печенье. Вот такое печенье мама моя все время покупает малым. Печенье, кстати, это нормальное. И покупаю я либо такое своим малышам, либо зелененькое такое, в общем, забыла я чуть название, как оно называется. За печеньку тоже малыши мои любят. Держи, Злата. Мама, пить. Пить? Открыть пить? Да. В общем, мы тут все сразу. Держи. Что хорошо, что она вот не проливайка. Держи в этой бутылке. Так, дальше две пюрешки. Малятка, слива. Здесь получается рис, какое-то мяско и овощи бренда Хаме, Хейм, не знаю, в общем, как правильно. Вот такие вот, в общем, тут вкусняхи были. Надеюсь, что вкусняхи еще попробуем. И вот такой вот набор. Давайте посмотрим вместе, что это за набор. Вот тарелочка с ложечкой. Вот. Нравится Диме? Да. Ну и в середине вот такая вот, в общем, мисочка. Очень удобно с собой брать будет, наверное, на природу. Ну, потому что дома нет. Крышка, я не знаю. Мне дома крышка не нужна, в принципе. Ну, в общем, вот такая вот мисочка. Так, ну и два журнальчика малыш, и единственное, это вкусно. Вот, вот такое вот было наполнение с этого уже бэйби-бокса, с
Sweet to eat. Димка уже требует открывать карандаши. В общем, мы сейчас, вот самое весистое здесь было, это вот эти вот мелки. Сейчас начнем, мы попробуем рисовать. Очень надеюсь, что нам удастся... Открываю, открываю. У меня малыши очень любят рисовать, особенно Димка. Он прям вообще фанат. Ну и да... Ой, что-то я все рассыпала. В общем, видите, вот такие вот они большие мелки. Нет. Так, не-не, ты должен вам на двоих, на двоих. Вообще, как всегда, начинается драка. Там уже всего надо, вот я все никак не привыкла, но действительно всего надо уже брать по два. Потому что это начинается война какая-то. Если Злате дарят куклу, кукла сразу же нужна и Диме. Если у Димы появляется новая машинка, как же Злате без этой машинки? В общем, самый настоящий дурдом. В общем, вот такое вот было заполнение данной коробочки. Рассказывайте, понравилось оно вам или нет. Стоимость данной коробки я вам где-нибудь тут укажу. Ну и что ж, пошли нарисовать с малышами. Коробочка по мне пришла от Viva Beauty Box. Хочу показать вам ее наполнение. И хочу сразу показать рядышком с коробкой. Тоже, как я поняла, это на сайте можно будет все почитать. При покупке коробочки вы автоматически получаете вот такой вот набор. Давайте посмотрим, что здесь за наполнение. Здесь вот такой вот идет гель для душа и лосьон для тела оливковые. Их очень удобно брать. Я видела, девчонки берут в спортзал, кто ходит с собой. Также здесь был повтор уже из предыдущей коробки. Это вот такая вот паста Dentalene. Дальше то, что меня просто влюбило здесь с первого нюха, можно сказать, это вот такой вот солевой, не знаю почему пенный, но в общем солевой скраб для тела. И он здесь написано, в общем, смузи, но нарисовано здесь, видите, вишенка, малинка. Девчонки, запах просто нереальный. Я вчера пока отвернулась, Димка прибежал, палец туда махнул. Мне очень понравилась его консистенция. Здесь вот такие, видите, мелкие частички соляные, но при этом он довольно-таки интенсивный. Очень вкусно, очень приятно пахнет. Больше малинкой, как по мне. И такой немножко на суфле похож, поэтому скраба много не бывает. Тем более у меня, честно говоря, скрабы сейчас все закончились. Заказала Сайхерб, жду. А пока нету, буду пользоваться этим. Дальше то, что уже тут Златка коробки разбирала. Был вот такой вот пробничек, не знаю, миниатюрка крема для рук с календулой от Веледа. У меня от Веледа были только детский крем под подгузник я покупала. Больше ничего не пробовала, поэтому буду знакомиться. Ну, 10 мл. Вот такие вот штучки мне очень кажется удобно кинуть в сумку. Особенно вот сейчас зимний период, руки очень сохнут, там достали, быстренько воспользовались. И все, так, дальше тут все было в коробочках, тут Златка уже коробочки достает, я тоже открывала. Помада была от бренда Beyond, очень интересная помада. Я не совсем понимаю, как такими помадами пользоваться, вы посмотрите, какой она имеет вид. Это помада? Котейка? Нет, это помада енотик. В общем, не знаю, что это, но мне кажется, такими помадами... Ну, кто не очень... Ой, кофе. Вот я не совсем, конечно, представляю, как такой помадой наносить. Ну, как не представляю, я вчера наносила ее с затылком, но мне прям ее жалко было. Казалось, что я просто, можно сказать, убиваю животное. Вот так вот выглядит помадка такого объема. Она немножко более красная передается, чем в жизни. В жизни она немного более морковная, особенно на губах. Мне безумно нравится, как такие оттенки смотрятся на светленьких девочках. Кстати, что забыла сказать, что мне понравилось еще, что все вот эти вот вещи, то есть скраб, крем для рук. Златка, дай, пожалуйста, покажу. Маска, оно все такое зафольгированное. Я вам говорила, что я прям обожаю, что у меня пунктик. Что значит, что я там первая, никого до меня там не было. Для меня это очень-очень важно. Так, Златка, аккуратно. Сейчас, секунду, закрою баночку. Димка в садике, так бьюти-дочка уже лезет везде помогать, где только можно. Особенно, что касается маминых баночек. Она, конечно, без Димки очень скучает. И была вот такая вот полноразмерная маска для лица, очищающая. На основе глины. Видите, я еще ее не пробовала, я только это все успела вчера открыть и получить. И сразу делюсь с вами наполнением данной коробочки. Ну что ж, буду ее пробовать. Мне кажется, конечно, сам формат вот такого тестирования неизвестных, так сказать, продуктов, господи, Златка, очень интересно. И вы помните, я всегда раньше покупала бьюти-коробочки, постоянно что-то пробовала новое, что-то тестировала. Сейчас просто не успеваю даже все это тестировать. Если вы не... такой бьюти-маньяк, как я. Вот такой вот формат бьюти-коробочек все равно очень удобный. В общем, все, буду сейчас с вами на этом прощаться. Пока-пока. Покажи пока-пока. Такая гроза сразу. Златка, покажи пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока не будет. Я помогу тебе. Важно видеть что-то хорошее. Дни, что на дне, помоги достать. Смотрите, сколько получилось пены из вот такого количества. Смотрю, кстати, там фильм сейчас, сериал. Есть.
Смотрю, сейчас сериал «Любовники». Довольно-таки большой у него рейтинг, но пока что такое непонятное. Батарейки меняла в капучинаторе. И чем более жирное молоко или вообще сливки, тем более густая и стойкая получается пена. Это вот. Девочки, хотела еще предложить вам один так называемый формат видео. Я вам часто показываю покупки, пустые баночки, но не часто показываю, чем я пользуюсь как бы в ежедневной своей жизни. Поэтому сейчас вот я как раз пришла малым набирать ванну. Хочу вам показать, что у меня здесь на ванной стоит, чем я пользуюсь, что мне нравится, что не нравится, рассказать вам. И если вам такие видео будут интересны, то напишите об этом внизу в комментарии. Я тогда буду снимать, что у меня стоит где-нибудь там в коридоре перед выходом, скажем, на тумбочке, чем я поправляю макияж. В общем, чем я пользуюсь. Если вам это будет интересно, то я буду с вами делиться. Первое, чем хочу поделиться с мамами, это вот такой вот находкой с AliExpress. Конечно же, это стоила штучка буквально $1-2. И в ней очень удобно хранить игрушки, потому что раньше у нас игрушки были везде вот здесь вот разбросаны. Также они валялись на полу, это было неудобно. Девочки, не обращайте внимания на накипь, буквально 3 дня назад помыла. Это просто какой-то ужас, а не вода. Вот, и соответственно, очень удобно. Теперь я их все сюда бросаю, и вот зацепили сверху на вот такую штучку. Или я их цепляла вот за такую липучку для игрушек, которая на нее лепится. В общем, я все ссылки оставлю внизу, вдруг кому-то будет интересно. Ее вообще не составит никакого труда самому сшить, но у меня нету на это ни времени, ни желания. Так, ну и давайте начнем, пожалуй, отсюда. Здесь у меня, значит, стоит, в общем, целая линия ухода, шампунь, кондиционер и маска. Здесь уже совершенно чуть-чуть его осталось от Апивита. В общем, они здесь идут якобы от выпадения волос. Честно, я никогда не отождествляю, в общем, то, что у меня заканчивается волосопадение с применением каких-то там шампуней или масок. Но я воспользовалась 2 раза вот этим вот шампунем от выпадения волос, и так совпали карты, что у меня перестали выпадать волосы. Я не знаю, но вот так вот оно есть. Во всем остальном я не могу сказать, что я в каком-то восторге от этого шампуня. Он здесь идет с экстрактом, в общем, или с маслом Бэй лаврового листа. Это, как вы знаете, один из таких, считается, одно из самых полезных масел, вот наравне с брокколи, вот масло Бэй для волос. Как бы волосы после него нормальные. Стоит ли этот уход своих денег? Если вы любите органику, возможно, да. Для меня, поскольку это не имеет никакой разницы, то скорее нет. Кондиционер не выпрямляет волосы, ну то есть не разглаживает волосы. Волосы, если вот у вас были как-то спутаны, там, или вот они у вас текутся, поэтому спутываются. Кондиционер их не распутает, маска, соответственно, тоже ничего с этим не сделает. А продукты неплохие, но я не заметила какого-то результата. Волосы не становились мягче, волосы не становились шелковистее как-то или еще что-то. Стоит тут уже так, чтобы я уже добила быстрее. И вот такой вот скраб тут рядышком стоит, я вам его показывала, возможно, даже, кстати, в этом видео показывала. Здесь соль такая, она не крупная, она вот мелкая совершенно, и я думала, он будет сильно скрабирующий, но нет, он скрабирует, ну, в меру. За счет того, что здесь в составе есть масла, то кожа ваша действительно, она такая потом кажется мягкая, очень такая как увлажненная. У меня в бодишоповских скрабах аналогично, вот сюда забивалась там соль или какой там, или сахар, что здесь было. Но при этом всем, когда мои малые бросали их в воду, то сюда не попадала вода. Если вот это вот Демки там или Златка бросают в ванну, потом сюда набирается вода сразу вовнутрь, я быстренько стараюсь выливать, следить, чтобы они набирали. По первым впечатлениям он мне понравился больше, чем потом. Дальше у меня здесь стоит, берегу как зеницу ока, очень экономлю, вот такую вот соль для ванны от Alp Stories, я вам уже ее раньше показывала неоднократно, я очень люблю эту соль, она прекрасно пахнет, ну, конечно, не лавандой, видите, цветочки лаванды есть внутри, а сама она пахнет эвкалиптом, вот чем-то вот таким вот, я ее обожаю, бросаю 1-2 колпачка, конечно, это не будет та полезная соль, то есть, когда вот морская соль, вы покупали, нет, но это будет просто невероятное благоухание на всю ванну, релакс и просто, ну, люблю-люблю. Также от этой фирмы у меня стоит, вот заканчивается уже масло для душа. Кожу не сушит совершенно. Единственное, здесь запах календулы. Я не скажу, что это запах календулы, но в целом запах, он нормальный, но я не фанатею. Конечно, запах флокситан, вот миндаля, вот, хотя там тоже не совсем запах миндаля, мне нравится больше. Также здесь у меня 2 баночки, одна уже пустая. Вот такой скраба от The Body Shop. Глазурированное яблоко, по-моему, как-то так, или яблоко в глазури оно называлось. Обожаю. Просто и по всему нравится запах. Нереально вкусный, сладкий такой яблоко. Вот действительно оно как с карамелью. Скрабирует очень хорошо. Я не скажу, что его сильно много нужно. У меня вот этой вот баночки, вот такой вот хватило, ну, не знаю, мне кажется, на месяц так точно.
очень крутой, очень, вообще мне очень нравится этот бренд. Дальше у меня здесь стоит шампунь с кондиционером от Desert Essence. Не могу сказать, что в бешеном каком-то восторге. Да, неплохой шампунь, да, неплохой кондиционер. Кто-то девочек мне написал, что у нее появилась перхоть от них. У меня перхоти не было, но как я прочитала этот комментарий, у меня сразу появилась перхоть. Ну или сухость, не знаю, небольшая. Не знаю, с чем это связано. Я там еще, вот у меня стоит много чего, тестирую периодически. В целом я не могу сказать, что отлично как-то распутывает или что, да, сияние волосам придает не какое-то бешеное. Неплохие продукты, но вот я вам говорила, что я, кстати, уже заказала кокосовую серию себе. Кокосовая серия мне понравилась гораздо больше. Дальше стоит у меня вот такой вот гель для душа от The Body Shop с клубникой. Очень вкусный, пахнет, действительно очень приятная клубника, но если они славятся как бы своими, скажем так, в отличие от Bath & Body Works, более натуральными ароматами, то здесь клубника, конечно, не натуральная, она химозная, но она при этом очень приятная, химозная клубника. Что мне здесь не нравится, что вот эта вот сама помпа, то есть я до этого всегда брала по 250 мл, здесь 750, то есть если выдавливать на руку, да, это удобно. Если подставлять мочалку, оно никуда не плюхает вперед, оно вот выдавливается строго сюда. И мочалку, ту же розочку очень неудобно сюда подставлять, в этом как бы минус, и мне удобнее использовать миниатюрки, вот полноразмерненькие, 250 мл. А если на руку, вообще никаких вопросов нет, очень классные. Так, про маску давайте я вам расскажу вместе уже со всем этим ходом. Так, дальше у меня здесь стоит пена для ванны. Эйвоновская обыкновенная пена для ванны. Пена дает неплохую, я не скажу, что она ее дает очень много, очень плотную пену. Допустим, от The Body Shop пена получается гораздо более активная, более плотная и более, ой, скажем так, стойкая. Вот эта вот пена быстро опадает. Так, дальше вот это было бонусом к бьюти-боксу Viva. Попробовала Pantene, потому что многие девочки сейчас, блогеры, видела, палят вроде их уход. Один раз попробовала, ничего такого. И вот сейчас, говорю, когда начинают появляться какого-то ухода перхоть, то вот попробовала тоже этот шампунь. Когда вот одня, кстати, мыла им голову вчера или позавчера. Волосы нормальные, не утяжеленные, волосы приятные, волосы мягкие. Ну так, 1-2 раза нормально. Дальше стоит здесь уход от Avon. Многие девчонки хвалили этот уход шампуни, что понравились. Я не могу сказать, что мне прям вау. Шампунь как шампунь. Я не могу сказать, что кондиционер здесь как-то разглаживает волосы сильно. Ну, нормально. Но не могу понять, перхоть появляется то ли от этих продуктов, то ли от Desert Essence. В общем, не знаю пока. Так, дальше вот такая вот пена у меня от Bath & Body Works. Очень мне нравится. Она действительно такая активная пена, густая пена. Действительно дает аромат. Если вот вы ее нальете в ванну, то в ванной потом пахнет. Аромат сам по себе, ну, такой себе, скажем так, не фонтан, но аромат есть. Акция при заказе там на 30 или на 40 долларов была в подарок пена. Сама она стоит 14 долларов. Стоит ли вот этот продукт 14 долларов? Нет. Лучше купить вот таких вот несколько и не париться. Но если в подарок, то да, почему нет? Дальше стоит мой уход от Оси. Я очень люблю эту серию, она мне идеально подошла. Единственное, у меня кондиционер уже закончился, я там его уже, можно сказать, выдавливаю как могу. Димка что-то понакладывал, я надеюсь, что я до этого нормально что-то снимала. В общем, очень мне нравятся шампунь и кондиционер, я действительно вижу после них объем. Волосы становятся более объемными, кондиционер отлично. Волосы распутывают, они хорошо расчесываются в комплекте с этой маской, работают просто супер. Когда я подлечила свои волосы, скажем так, вывела их на новый уровень с уходом от Kerastase, вот этот вот на смену стал, он был довольно-таки неплохой на уровне. Конечно, я сейчас вот уже куча всяких уходов перепробовала. Хочу еще раз взять Kerastase, полностью линейку, шампунь, кондиционер, маску. Пройти курсом, что ли, скажем так, подлечить волосы. Хотя они, в принципе, у меня по вашим комментариям в довольно-таки неплохом состоянии. В общем, весь из всего-всего ухода, которым я сейчас пользуюсь, вот этот уход мне нравится больше всего. Не жалею ни копейки, что на него потратила. И покупала я его на Target уже, наверное, год назад, может. Маска это у меня уже вторая. Я их сразу брала две и не зря. Так, дальше у меня тут сбоку стоит еще вот такая вот маска от Avon. Приятный очень запах, мне понравился. Неплохо распутывает волосы, особенно в компании с тизером, но в компании с тизером, я думаю, многие маски хорошо распутываются. Вот, собственно, вот так вот выглядит моя ванная. В общем, девчонки, если вам интересно формат, такого формата видео, то дайте мне об этом знать. Если не интересно, можете тоже об этом дать знать, либо промолчать. Если вы промолчите, я пойму, что не интересно, и не буду дальше вам дуить голову. Так, ну что ж, поставила я воду добираться своим малышам. Я, как видите, такая сегодня вся домашняя. Но никуда не ухожу уже который день, потому что малые уже болеют и болеют. То одна, то вторая. Ну что ж, до встречи в следующих видео. А теперь пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.